Детские крики, заботливые акушерки и плачущие отчасти мамы – привычная для роддома обстановка. Ольге 31 год. Несколько дней назад она тоже стала мамой. Это уже второй ребенок в ее семье. Женщина признается, что решиться на еще одного ребенка было несложно. Единственное, что смущает молодых родителей – политическая ситуация в стране. Вторые, третьи, четвертые дети – это не то чтобы ответственный шаг там, перед непосредственно самими здоровьем детей, это, наверное, все-таки их образование, их дальнейшая судьба и так далее. Конечно, немножечко боязно, но мы стараемся. Несмотря на нестабильную политическую ситуацию в стране, рождаемость в Саратове в этом году побила 20-летний рекорд. Последний раз подобные показатели были зарегистрированы в 1992 году. И если все годы большая часть рожающих составляли женщины, пришедшие в родильный дом первый раз, то в этом году впервые 55-60% женщин ежемесячно, мы такие сведения составляем, составляют женщины, имеющие вторых, третьих и более детей. Как правило, такой региональный бэби-бум связывают с улучшением условий в родильных домах города, а также повышением уровня и качества медицинского обслуживания. По мнению главного врача 8-й городской больницы, причина также может крыться и в социальных льготах для молодых родителей. Очень важен, я думаю, для многих людей это материнский капитал, потому что выросло количество именно женщин, которые рожают второй раз, второго ребенка. Поэтому, я думаю, для многих людей это, безусловно, такой серьезный стимул. Статистические данные обновляются каждый месяц. Версий, почему Саратов побил рекорд рождаемости именно в этом году, становится все больше. Остается надеяться, что главной причиной все-таки является не материальное благо, а любовь. Дарья Матвеева, Алексей Молчанов, РЕН-ТВ Саратов.